далеко идем, что до сих пор нету пограничного контроля. Виза в Малайзию не нужна на 30 дней, поэтому мы просто сейчас нам поставят штамп, и мы сможем пройти в страну. Когда мы меняли долги на доллары в Ханое, то нам подсунули несколько старых долларов 2006 года. Нам говорили, что их не принимают нигде в других странах Азии. Но в аэропорту нам удалось поменять без проблем, без вопросов доллары 2006 года на малазийские рингиты. Правда, курс здесь не самый лучший. За 1 доллар дают 3,8 рингита. Но нам пока хватит на проезд, а потом мы поменяем больше. Рингиты очень приятные на ощупь, такие пластиковые, прозрачные. То есть, если даже пойдет дождь, они не могут, ничего не случится. Видно, в странах Азии в некоторых делают специально, чтобы во время сезона дождей деньги сохраняли свою форму. Мы сейчас находимся в аэропорту Куала-Лумпура, и отсюда нам нужно доехать до центра. Google предложил нам воспользоваться метро, которое стоит 20 рингитов человека. А мы узнали, что можно доехать еще и на автобусе, два раза дешевле, за 10 рингитов человека. Мы сейчас поедем на Куала-Лумпур Централ, центральный вокзал железнодорожный, и оттуда на автобусе пересядем, доедем до района Пуду, на Пуду Централ, и этот трансфер включен в стоимость билета. Вот мы заказали два риса, это овощи с креветками и рыба. Всего получилось на $3 на двоих. Маха Мариаман – это главный индуистский храм в Куала-Лумпуре. И хотя ворота храма достаточно высокие и колоритные, их видно не сразу, потому что храм находится после высокого здания на достаточно узкой улице. Поэтому его видно уже, когда ты подошел сюда вплотную.
ли место, где дают бесплатную еду. Я попросила 2 порции. Они говорят, хватит, я говорю, да. С мясом, с луком. А, бобы, рис и огурчик. Ну, а тут подлива какая-то, непонятно. Случайно стали свидетелями великого праздника для интуистов, дня рождения Ганеша, который был вчера, но его празднуют 2 дня. Ганеш — это такой бог с головой слона, очень известный, очень почитаемый индусами. На вопрос, сколько ему было вчера лет, мне сказали, очень-очень много. В честь дня рождения раздают бесплатную еду, а люди разбивают кокосы для того, чтобы все хорошее к ним вернулось. Смотри, ему слева девушки не хватает, рука телепается. За моей спиной находится Миньяра Тауэр, или телевизионная башня Куала-Лумпура, которая 7-я по высоте в мире. Сейчас мы заказали наше любимое блюдо в Малайзии, называется роти чанай, оно с бананом, но почему-то нам принесли еще острые подливы, которые можно макать, типа такого блинчика с бананом. Ну, вкусно. Апельсиновый сок тоже очень вкусный. Апельсиновый сок и роти стоят чуть больше $1. Целый день в Куала-Лумпуре, и мы решили его начать с посещения парка птиц, одного из самых крупных в мире. Сейчас мы доедем туда на метро за $0.50 с человека. На метро мы даем такие жетончики, Rapid Care, которые somebody come and help me carry this load. I need.
пути в птичий парк мы увидели еще вход в ботанический парк Кальдана. Вход сюда бесплатный, мы решили зайти посмотреть. Куда мы пришли? Короче... Платно, да? Платно в субботу, воскресенье и праздники. Другие дни бесплатно. О, сегодня платно бесплатно. Один рингит. Ого! Да. Куча бабок. Ботанический сад – отличное место, чтобы отдохнуть в центре Куала-Лумпура. Здесь на его территории находится парк орхидей и гибискусов, а еще есть искусственные водопады и фонтаны. Мы провели здесь около часа, ничего такого прям вау, супер не увидели, но это хорошее место, чтобы отдохнуть и подготовиться к парку птиц. Провели в парке птиц 3 часа, за это время мы успели посмотреть уйму птиц, пофотографировать, посмотреть шоу кормления аистов. Ну, в общем-то, надо было бы взять больше воды и рассчитывать и провести здесь, ну, не меньше, чем 2 часа. Сегодня 14 сентября, первый день выставки, где можно попробовать разные изобретения науки на себе. Improvisadas minae.
$18 за 2 дня. В общем-то, все хорошо. Матрас очень удобный. Во Вьетнаме таких матрасов мы не видели за полгода. Есть телевизор, который мы не включали, розетки, кондиционер. В ванной есть горячая вода, нам выдали полотенце, мыло, как полагается. Но есть один минус. В этом номере нет окна. Так что, если переночевать, то отличное место. Если останавливаться подольше, хотелось бы все-таки что-то посветлее.